Новость, которая в начале сентября потрясла всю Россию. В районе улицы Герцена мужчина провалился под землю. Это произошло 6 сентября. В тот же день работники МЧС приступили к поисковым работам. Однако найти пропавшего до сих пор так и не удалось. Операция около дома по улице Герцена длится уже больше месяца. Пропавший мужчина, житель Артема, до сих пор не найден. В ходе работ специалисты-спасатели Артемовской краевой МЧС применяли самые современные технологии в области чрезвычайных ситуаций. Однако найти пропавшего так и не удалось. На недавнем совещании КЧС было принято решение привлечь к работе специалистов из Кузбасса. Рядом со мной главный инженер шахтостроительного управления Игорь Чурилов. Игорь Алексеевич, вот как оцените трудность работ на данном участке? Работа, значит, для нас не новая. Мы понимаем, значит, предварительный план разработан. Значит, укрепляем с поверхности наши крепления, которые существуют. Исключаем, значит, провалы с поверхности, глина, суглинки размоченные. И все, и начинаем укреплять старую выработку. Ну, суббота, да, вы здесь, получается? Да. Вот, за это время что было сделано? Значит, за это время мы изготовили полог на том уровне, на котором нужно работать, на котором мы планируем работать внутри в стволе. Значит, подготовили металл, лес, разобрали настил, который был собран до нас. Ну и вот и сейчас будем выбирать грунт, исключать давление с поверхности. А за сколько времени планируете работы закончить? Значит, график предварительный есть. Значит, до 19 числа мы планируем укрепить только устьевую часть старой выработки, существующей, чтобы исключить возможность, значит, обвала крепи старой. И после этого еще 2 недели, наверное, минимум, мы будем заниматься предварительной той работой, которую запланировали на конкретный участок. А дальше время покажет. Там, возможно, нужны будут специальные методы какие-то укрепления. В окончании беседы горнопроходчики выразили уверенность, что работа завершатся успешно. Также им будут помогать краевые спасатели. Максим Шпак, Денис Болов, Слава Нурик, городские новости. Суть, наверное, первого такого в таком формате мероприятия – это определить, какие в принципе функции, какие в принципе мероприятия и проверочные проверки проводятся прокуратурой в сфере актуальной для нас всегда. Это защита трудовых прав, это правоотношения в сфере охраны труда. За круглым столом зала переговоров встретились представители профсоюзов и прокурор города. Задача – обсудить проблемы работающего населения и по возможности выявить новые. Несмотря на то, что экономический кризис вносит свои коррективы во взаимоотношения сотрудников и работодателей, многие проблемы сферы остаются неизменными. Сталкиваемся с тем, что многие работодатели в своих локальных правовых актах неверно устанавливают сроки для выплаты заработной платы. В то время как статья 136, часть 6 Трудового кодекса гласит о том, что заработная плата должна выплачиваться в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, коллективным договором, трудовым договором. При этом необходимо обратить внимание на то, что заработная плата должна выплачиваться через регулярные промежутки времени и не реже, чем каждые полмесяца. Представители прокуратуры в примерах и цифрах рассказали о том, кто и что нарушает и как потом отвечает перед законом. Тимур Кушнарев отметил, что нередко приступают закон там, где с ним плохо знакомы. Именно поэтому сотрудники прокуратуры готовы проводить разъяснительные лекции на предприятиях. Маленький ликбез все-таки имеет необходимость, на мой взгляд, вести прокуратуре себе руководителей. Сейчас не в течение. Возникает вопрос, большой вопрос с перезаключением коллективных договоров. Именно со стороны главврачей. Вот. И с подтверждением или согласованием локальных актов с правкомом или советом трудового коллектива. Там у кого что уже есть. Также представители профсоюзных организаций смогли задать вопросы и в рамках самой встречи. Административный кодекс сейчас предусмотрел продление срока взыскания. Срока привлечения работодателя к административной ответственности до 1 года. В то же время мы знаем, что работник имеет право обратиться в течение не свыше 3 месяцев, так?
правоохранительные органы. Суд. Сухоз тоже можно сказать. Да. Так. Если нарушены его права, вот именно трудовые права. Значит ли это, что если я как работник просрочила, допустим, упустила срок, а работодателя все-таки привлекли к административной ответственности, потому что срок предусматривает 1 год. Приятное впечатление от общения осталось у обеих сторон. Я больше ожидал услышать даже, да, но не услышал то, что и меня это, наверное, радует. Я думал, есть какие-то проблемы, которые серьезные, которые необходимо, и вышли из поля нашего зрения. По всем вопросам, которые были заданы, наверное, необходимо дополнительно еще работать и проверим информацию, там посмотрим. Приятно, что прокуратура налаживает контакт с гражданами. Вот это нравится. Полина Козлова, Денис Надельный, Светлана Нурик, «Городские новости». Скорая помощь. Здравствуйте. Этот голос слышат артемовцы, когда обращаются на городскую станцию скорой помощи. Диспетчер Ирина Коляда в день принимает более 100 вызовов. По закону в экстренных случаях бригада скорой выезжает немедленно. Время, за которое она должна доехать до пациента, 20 минут. Сегодня в Артеме работает 6 экипажей. И добраться, скажем, до Заводского, с учетом пробок, за 20 минут задача трудновыполнимая. Это понимает и руководство скорой. Здесь придумали свой способ мобильности. Бригада располагается в определенном районе города и обслуживает там вызова. В случае, если в этом районе вызовов нет, а есть больше вызовов в другом, то эта машина-то также снимается с того района, перекидывается на другой район. То есть работа в виде постов. Раньше после вызова бригада возвращалась обратно на базу и ожидала нового. Теперь карета скорой дежурит в закрепленном районе. По статистике, больше всего заявок поступает от жителей Ватутина и Севастопольской, Бабушкина и центра города. На Заводской, Суражевку и Артем Грес всего одна машина. Всего на город, в связи с тем, что у нас нехватка сотрудников именно медицинского профиля, выходит в среднем 5-6 машин. В день, да? Да. При нормативе, если рассчитывать, что один санитарный автотранспорт на 10 тысяч населения, то это должно быть минимум 11. Несмотря на это, бригады выезжают на каждый вызов. Тем более, что теперь до нужного адреса добраться проще. Диспетчер Ирина Коляда отмечает, задержек стало меньше. Конечно же, лучше, потому что задержки по вызовам идут поменьше, ну, в смысле, уменьшились задержки по вызовам, быстрее вот доступность к месту вызова бригады. Несмотря на позитивные факторы, по словам главврача Сергея Ариенея, были жалобы в департамент здравоохранения края на то, что скорая простаивает без дела. В основном обращения поступали от жителей пенсионного возраста. Дорогие артемовцы, если вы увидели на улице карету скорой помощи в режиме ожидания, то не стоит думать, что врачи не работают. Они на боевом посту ждут вызова. Максим Шпах, Сергей Корнеев, Светлана Нурик, «Городские новости». Именно в этом живописном месте скоро вырастет Дубрава – поселок бюджетных таунхаусов. Это новый экономичный формат загородной жизни. Двухэтажные квартиры с собственной землей в 2,5 сотки. Участка такого размера хватит, чтобы поставить типовой гараж, разбить небольшой сад, сделать летнюю террасу или небольшой бассейн. Всего в поселке будет выстроено 35 домов. Кроме жилых строений, на территории Дубравы предусмотрена необходимая инфраструктура. В поселке будут детские спортивные площадки, мини-маркет, аптека и охрана. Участок строительства находится в тихом, экологически чистом уголке в районе микрорайона «Глобус», в 5 минутах езды от Артема и 30 от Владивостока. Уже идет заливка фундаментов. Первые готовы мы предполагаем, ну, чтобы были до конца года. Самое приятное в таком загородном жилье – цена. Двухэтажная квартира с собственной землей обойдется первым покупателям всего в 2 миллиона 169 тысяч. Есть возможность использовать в качестве оплаты материнский капитал, а также приобретать жилье по военной ипотеке. Посмотреть карту поселка, проекты квартир и задать интересующие вас вопросы можно на сайте www.dubravavl.ru.
Посуда в доме – лицо хозяйки. Красивая посуда может подчеркнуть хороший вкус ее обладателей, а качественная – сделать любимое блюдо еще лучше. В посуде «Маркет Искома» эстетическая красота сочетается с практичностью, продуманной до мелочей. Обработка изделий идеальна. Разработчики «Искома» выбирают для своих изделий самые качественные материалы. Первоклассную нержавеющую сталь, толстостенный фарфор, прочную пластмассу, благородное дерево, жароупорный силикон, прозрачные пластмассы, хрусталь. У «Искома» есть много предметов, представленных эксклюзивно. К примеру, вот такая ветчинница с универсальным термометром. С помощью нее легко приготовить полезную и вкусную ветчину на собственной кухне. Или вот этот универсальный адаптер для индукционных панелей. Его покупка избавит вас от необходимости вместе со старой плитой менять всю посуду. В магазине «Домовит» вы найдете массу полезных приспособлений, которые существенно упростят процесс готовки. И что самое важное, только с 16 по 25 октября на всю посуду бренда «Искома» действует скидка 25%. Чешский бренд уже давно завоевал сердца хозяек по всей планете, но посуду «Искома» используют и в авторитетных ресторанах и кафе. Стоит только один раз попробовать, и вы сами влюбитесь в эту посуду. Создавайте кулинарные шедевры вместе с «Искома». И помните, выгодно покупать в «Домовиде». Магазины «Домовит» в Артеме находятся в торговых центрах «Авиатор» и «Городской».